Никита Белых сегодня постановлением Басманного суда арестован на 2 месяца. Он был задержан накануне с поличным при получении крупной суммы. Следствие считает, что 400 тысяч евро, которые принесли губернатору Кировской области, это взятка, и уже предъявлены обвинения по этой статье. Но сам же Белых и его адвокаты настаивают на том, что деньги предназначались на нужды города, и якобы обвиняемый к ним даже не прикасался. Новые детали этого дела у Дмитрия Рункова. Ближайшие 2 месяца Никита Белых проведет под стражей. Сегодня Басманный суд избрал меру пресечения для губернатора Кировской области. Защита просила ограничиться домашним арестом или вовсе отпустить высокопоставленного чиновника под залог. Но суд принял сторону обвинения, согласившись с тем, что на свободе Белых может воспользоваться связями и оказать давление на следствие. К зданию суда Никиту Белых привезли на автомобиле с проблесковыми маячками в сопровождении автоматчиков. Вполне привычные атрибуты для губернатора, если бы в этот момент на нем не было наручников. Зал Белых прошел, не проронив ни единого слова. Господин Белых, вину признаете свою? Немногословен Белых был и на самом заседании. Только во время его закрытой части, без телекамер, он признал факт получения денег. Но, по словам губернатора Кировской области, они должны были пойти на благо региона. Теперь обвиняемый в получении взятки госслужащий намерен обжаловать решение суда. Преступление направлено против государственной власти, интересов государственной службы, являясь при этом наиболее общественно опасным среди указанных видов преступлений, носит системный, длящийся, выраженный детский характер, связанный в том числе с получением взятки от иностранного инвестора. Мы считаем такое решение абсолютно неправосудным. Разумеется, будем обжаловать избрание данной меры пресечения в Московский городской суд. То, что касается его невиновности, я абсолютно убежден, что это будет предметом рассмотрения дальнейшего разбирательства, и есть все шансы ему это доказать. Белых задержали накануне в одном из московских ресторанов. На фотографиях, распространенных Следственным комитетом, только сам Никита Белых и многочисленные купюры достоинством в 100 евро. В сумме 400 тысяч. В пересчете по курсу это почти 29 миллионов рублей. На другой фотографии в свете лампы руки губернатора, на которых следы специальной краски. Ею были помечены купюры. Эти доказательства в получении взятки и должен рассмотреть суд. Санкция по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет. Причем, обратите внимание, со штрафом в размере 70-кратной суммы взятки. Вот и посчитайте, какова будет сумма штрафа от взятки в 400 тысяч евро за совершение действий в пользу взяткодателя и контролируемых им Нововятского лыжного комбината и лесохозяйственной управляющей компании, а также за общее покровительство и попустительство по службе при осуществлении правительства Кировской области контроля за ходом реализации предприятиями инвестиционных проектов и ведения предпринимательской деятельности на территории Кировской области. Оба предприятия занимаются деревообработкой и производством стройматериалов. Судя по официальной отчетности, дела идут не очень так. Нововятский лыжный комбинат в прошлом году отчитался об убытках в размере более 1 миллиарда рублей. Сам Белых за день до задержания написал на своей страничке в соцсети, что едет в Москву встречаться с инвесторами. На рабочем месте губернатора в администрации региона уже проведены обыски. В ближайшее время обязанности главы Кировской области будут исполнять его заместители. Дмитрий Рунков, Сергей Золотавин, Андрей Мелехов, Ярослав Зорин, Первый канал.